Ну чё, дайте баф какие-нибудь хотя бы ДК. Корстон. Паули. Давайте танки, пиздуйте. Касочку раздай всем иллюзиям. Какая там. Так, ну ты зашел. Танки, ничего. Лёха сейчас после этого трэш спек не станет у нас. Блять, я в щите, блять, умер. Ну чё, чё там? Ну? Чё? Лёх, поймай большого. Пиво, по КД, шапки. Кому сказал, что я, сука, не разминировал? Ты громче говори, я не слышу. Это пиво домашнее, шаклом не убивай. Лок нужен в рейд, но не демон. Дум решил пойти или что? Не, он что-то чё-то писал. Всем здорово. Здоров, дилер. Что ты там этому ДКшнику этаж провёл? Ну я ему, да, можно сказать и так. Он послушал тебя? Угу. Это радует. Ну, к ротации будет привыкать, плюс ему надо ОД до хера накопить, чтобы взять грудак Т-10 и кисти за ОД. Кучнее в танке под паука.
Что делать, еще до сих пор четырех кусков не выбил? 5/4. Ну, это 10. Да, я сиска. Зачем? Кому? Мучачу жру. Вытащи хуй изо рта, тебя еле слышно, блядь. Мучачу, да. Блять. Ебать тебя, урод. Чё, вытащил? Вытащил. Слышишь, пиво, знаешь, какой у него мета-сокет стоял? Какой? На АП и антистан, блядь. Ясно. Лучше бы я этого не видел, нахуй. Знаешь, какая сегодня тактика на лайне 25 герб? Ну? Петь допроты, нахуй. Нихуя себе. Лучше бы я этого не слышал. Это кто? Леонид. Не разминировал, сука! Бывает. Вон слева одна, смак. Лево сразу же. Уже. Там этот протопал в Дискорде? Да, если. Я ему кинул диск. Давайте там, ребят, не торопитесь, мы пробуем ловушку. Вы, блядь, что, трэш пустите? Тут у всех пиво тактика. Вторая категория и сапроты. На всех боссов. Ну, на самом деле, старый, где-то... Профа, блядь, ну можно вот так убить, там вообще, вообще пиздец, просто, блядь, полный перелом, нахуй, всех стереотипов, блядь. Ты про что, про то, что в стенку вжаться? Да, 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 я охуел, там такие нулевые хилы были, сука, но они это просили. Ну то нам нахуй надо, по такому говну убивать. А я, например, что-то... Нет, это базара нету, это нахуй надо было нашим прошлым рейду, который мы хотели. Сейчас у нас новичков миллион штук. Так же будем учить по-нормальному убивать. Ну сейчас посмотрим, что на орке с ДПСом. Плюс, я не знаю, что это, частотка придет у нас или не придет. А что это кровавая жатва? Это Т4? Ой, это 5? Т5. Нихуёво так, раскладка у БДК. А кого мы ждем? Ничего, сейчас так будем. Че мне, ванхолика? Да, а да. А что там, Scream Girl? Идет, блядь, нет? Написал, не может. Я кем хэпалом иду или че? После хэпал, пятый пати хилы. Но он тоже, походу, опять набухался. Давайте забухавать. Так, Хосли, МП5, третья аура. Сомалийский, касочка, первая аура, Свизик. Касочка. Может, прото я раздам? Прото не нужно раздавать, у вас децевры. Каски уже дали, ладно. Ведь распредели, пожалуйста, кто сальву кидает, первый, второй, третий. Давайте с МК магии определимся. Тройничок, так говорящий. Так, флайф, дайномаг, дайномаг, ДНВ, ДНМ, ДНМ.
Истерию меня не будут кидать? Будут. Тогда, если будут, то сразу тогда кидайте. Там с пула. За кого напуливать? На, Void Frozen. Так, короче. Протопал, первая истерия с пула на Метиса. Тёма, ты через 10 секунд после пула. Мастер, ты через 20 секунд. Полипал и полипал. Пускай протопал даст жертву сначала. Протопала и жертва. Это, короче, новая тема, да? Когда приходишь к боссу и рассказываешь тактику, как Метису не сорвать агро. Жертва. Какая жертва? Священная или... Я знаю, трава. Метису не сорвать агро, ему просто боб в пилюнах. Она перенаправляет 20% агро на паладина. Дервак, да? Да, дискон или я завис, блядь? Да, дискон. Я отошел минут 10. Метис, сейчас тебя обгонять буду. А что там, кто там говорил за счет этой нечестивой порчи, типа, зачем укорс навкачан? Я сказал, Рейнс. Ну, на анхолик это беспонтовый. В ПВЕ. Какая альтернатива? Как? Ну, у тебя билд беспонтовый, я тебе скажу. Я зайду, когда я тебе скажу. У тебя снят разложение не вкачан. То есть это основной, можно сказать, талант. Лик смерти на 15% увеличен. У тебя он не вкачан. Там просто, блядь, за счет того, что же дополнительные доты, это плюс 10% к этому, блядь. 10 или 12% идет от удара, как он, блядь, плети. Плюс кровавый удар тоже апается от этой же хуйни. И плюс 10% сам. Это все фигня. Я в анхолике на третьем месте, ну, лик смерти у меня идет ОДД. Ты еще и этот, блядь, ебаный этот, как он, блядь. Печать, да, тоже на этот, на лик, блядь. Ну, макросом, да. А чем это? Вызываю гаргу, босс... а потом печать меняется. Босс, чем отличается от обычки? Шипы кидают. Во время вихря шипы идут, и больше луж от вихря. Все. Короче, тактика такая, чтобы не умирать. Да и все. Я боюсь таких вопросов, когда задают. Ну, я задаю, потому что я не был в ХМ. Вот я и задаю. Редвард, что-то ник знаком. А как я говорил, я нормальные ники не запоминаю. Ты можешь меня помнить из-за того, что я, блядь, день или два тому назад в твоей гильдии был? Или в новую оттуда? Может, ты меня из-за этого помнишь? Возможно, поэтому и запомнил. Леха. Лех. Костя. Иллюзия тут. Мастер, ты календарь смотрел? Не, а что там? Там, глянь, рейды на следующую неделю. В Дискорде тоже есть? Да, в Дискорде есть. О, немножко зашел, отлично. Немножко, не убегай никуда, ты можешь. Угу, всем привет. Я слышу, Макс, старый.
Я вот что думаю, нахуй нам нужны эти грулы, блядь, нахуй, с этим ЦЛК-25 обычкой. Кому надо, проходы сделали, и в рот они ебись. Надо ЦЛК ходить из-за истока, гер. Нахуй эти бичинсты ебаные. На один какой-нибудь день фармите, то на один какой-нибудь день сделаем нахуй именно эту хуйню. Ну да, можно. РС, грулы, ТЛК. Всю неделю хуярить гер и ЗС током. Как знаете? Нормально. Итак, ОКО плюс ЗС, ну. Или ты записал про среду? Он написал в воскресенье. Золоман 16:00. Всего. Ты понял, да, что это с 10 по 16 октября? Слышь, мучачу. А Наташа уже. Ну там пишет 4 по среду. 10-го, 16 числа. Ибо хули ходить в ЗС соком, блядь, понедельник, вторник, среда, пиздец, мы там так никогда ничего и не убьем. Убьем, но у нас время новых боссов потратить не будет. Ну, я тебе про что и говорю. Там хули, помимо Т5, тоже, в принципе, неплохие падают. Сходить. Только не говорите, что трэш на карте пьет. Ну, боже. Глаз нахуй. Ого. Чё там, не пускает ещё? Пускают. Заходите, заходите. Слышь, 3 петуха откатило, а остальных нет. Это законно? В смысле 3, там же 4 бегут. Ну вот 3, которые здесь, блядь, дерутся, они дерутся, а тут пусто дальше. Подождите, не идите, ловушки надо смотреть, сейчас дробь зайдет, хотя похуй, танк подождите, потом пойдем. Так, уважаемые милики, уважаемые мои милики, нахуй, сегодня, блядь, вы будете получать пизды, нахуй, если хоть один, сука, не снимет пушку. Я буду контролить один свой. Так что будьте добры, нахуй. Обязательно, чтобы были сняты. А здесь ДБМ снимает пухи, не? Никто понятия не имею, Лёх. Блин, у меня, короче, было такое, что снял ДБМ. Но что-то бывает через раз. Обязательно слить зеленку нахуй, снять пухи, старый, все вам проанонсит, всю хуйню. Слушаем внимательно, пиздаки никто не открывает. У меня санвиловский снимает пушки на варе постоянно, ну одну пушку точно снимает. А новый снимает. Лёх, если ты сегодня не будешь контролить, я буду пиздец как ругать. Новый еще не проверял. Настя, ты слышала меня? Чё? Не мастер, а Настя. Я говорил, сука. Не, а не назад слышала, что такое. Назад, быстренько, от ребра все вернулись. Фармим репу. Ёбаный в рот, тут ловушки резнулись. Хорошо, что нахуй никто не задел. Да, хорошо, что я тупил. Просто вы прям между пробежали вон в той комнате.
Репофармеры, блять. Ой, блять, ёбаный в рот, ну разверните вы от рейда, встаньте за спину, разверните слуг. Неужели вам это все нужно говорить? А нахуя мы идем назад? Потому что ловушку активировали. Ёбаный урон, блядь. Что ты у ребра стоишь, пёс нахуй, а мы в начале. Я пизжу, блядь, пятый по урону. Ну, Паша сагрил, блядь. Паша, разверни от рейда. Макс, ты ловушки убрал здесь? Вот, в следующей комнате убрал. Бля, все брусты слит. Да сейчас пока забафаемся, пока рыба, пока вся хуйня, пока не немножко... А нахуй вообще надо было брусты отдавать на доски, нету, бля. На пол только в танка, никаких триксов ни на кого, нахуй. Только, блядь, танк. Не знаю, как он будет танчить, нахуй, напуливайте, как хотите. Я не буду всегда напуливать, пизду. Пиздец, это нормально, что у меня сопрот откатило? У всех откатило или только у меня? Может, у тебя в сумке не изменилось количество? Нет, я выпил, но, блядь, его нет на мне, в сумке. Откатило. Надо с пола пить. Быть. Вот там еще откатилось обмен, давайте сделаем. Че, мне тоже давать обмен? Только хилы, блядь. А, сука, жук. Если я увижу на вихре хоть один РДДшник играет в босса, а не играет в шефу, вам пизда. Кто сдох в луже, пизда. ГП на. Что там, Макс, я думаю, что это за система вообще, какие-то срезы, что это? Я говорю, Киоки, если ты не будешь контролить на леди, тебе пизда. Ну, кипишу, Вить, все нормально будет.